Привет, вы на канале Фимусин История. И сейчас я вам покажу такую историю из Фимусин Историю. Так, кстати, подготовили немного. Вы мне поможете? Спасибо! Итак, нам нужно найти кошку. Закройте ваши глаза, и эта кошка исчезнет. Где она? Да не кошка. Да не кошка. Нет! Мой брат куда-то потерялся, так что я никуда не знаю. Я будто умер. Это было печально. Я. Короче, еще. Не ты видел? Она летела на их. И забралась Пикачу. Где она? Вот она! Вообще-то я не сестра. Я вообще-то брат. Мяу. Мне нужно найти мою семью. Мяу. Вау. Вау. Мяу. Мне нужна моя семья. Так, где моя семья? Это моё. Так, вот это моё. А где девочка наша? Маркиза. Где Маркиза? Маркиза! Алло! Маркиза! Умерла! Где же моя сестра? Сестренки не видно! Собака! Мы не нашли Марку. Зато у них есть хитрый друг Белочки. Белочка Сьюзи! Красавица я, да? Белочка Сьюзи, это плохо. О, простите. И к нам еще. Летучий мышь и змей! Нет, мне нужно спускаться, прощать. Она не ушла. Это мне нужно. Денежка жизни. Где мне надо деньги? Спасибо. Мне это нужна деньги. Чтобы жить столько счастливо. Дай мне эту деньгу. О, все, у меня есть деньги. Все, ты видел? Так, маркиза есть. Так, а вот я еще хотела. Вы только представляете, кого? Змей. И летучих мышей. Так, змей. У-ху! Всех притащим. Больше мы не будем. И тебя. Летучая мышка. И тебя не будем. И тебя. И большая, маленькая летучая мышь. Сейчас мы показываем ее. Знает меня? Я люблю летать. Жжж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 
Хотите увидеть страшную? О, я не страшная, да? О, простите. Я так люблю летать. Ух, полеты мне не шутки. Скажите вам про свой рот мой. Мои зубы чистые? Глаза красные? Руки? А уши большие? Посмотрите, что в усах. Там борьба с синими черными. А так темнота. Я могу сказать. Шутка! Так, семья. Семья. Не семья. А это старший брат превратился в семью. И он остался на вечности семьей. А я уже не летучая мышь. Я уже не помню, как летать даже. Только смотрю, смотрю, да делаю, да не получается. Я же змей. Мне ничего не страшно. Я же змей. Кто не боится змей, поднимите руку.
лайку или поставьте плюсик с пятерочкой. Кто не боится змей? Посмотрите, а кто умеет вот так? Это смешно и страшно, да? Или нет? Скажите. О! Что это у нас за хомяйка? Женщина нам нужна с коктейлем. Паша, это коктейль. Такой? Ня! Итак, семья. Я сейчас быстренько сделаю пьесу. Выпока. Готово. Конечно, было не очень. А мы... Ой, плохо. Вот такая пьеса. Красиво, да? Кого-то видно? Меня не видно. И котика. И нашего котенка не видно. Вот тут будет. Красивая пьеса. Да, такая семья. Только представляете, сколько тут семей. Ладно, пойдемте к этому, к миру нашему. Вот мой мир. Как вам получше? Смотрите, кто тут у нас. Друзья, малыха! Это я, Софи Малыха! Пацаны, приветики. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Только не видел мое личико. Я тебе говорю. Да. Девчонки и пацан. Я король мира. Меня не совсем видно. Видно? Ой-ой-ой-ой. А я белка, я живу по жизни. Или даже олежку не нашла. О, или даже щелочь. Я от кури Бадди. И зомби. У меня тут всего-то вот этот отжимает. Вообще не говорит. Зомби атака. Атака зомби. Направляюсь на дом. Да. Пас. Так. Чего тут? Простите. Атака. Зомби. Ой. Странно, что ты смотришь, а все должно будет стоять. Очень сложно и странно, как тебе кажется. Очень странно. Один был человек, и ему оторвали руку. И он стал зомби. И космонавту оторвали руку с скафандром. Ух. Нападение зомби. Так, чего же мы ждем? Полетели. Ой, некоторые чего-то упали. Итак, где наша машина времени? Ага. У нас есть машина времени. Сейчас построю быстренько. Или у вас заканчивается? Ёлки-пуки. Простите. Скоро будет все зарвется на ваших глазах. Нет. Простите, мы быстренько от меня.